Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор на вот такие вот печеньки со злаками, без пальмового масла. Хлебный Спас. Стоят они около 40 рублей. То есть они довольно дешевые, но они обалденно вкусные. Они просто нереально вкусные. Я их уже пробовала, и поэтому решила сделать на них обзор. Так, тут есть с молоком, есть еще с чем-то другие. Так, полезный завтрак. грамм. И так, а где у нас состав? Нет, состав не здесь у нас. А, состав вот здесь. Вот тут состав. Кому интересно, это нажмите стоп и прочитайте. Так, ну состав. Состав обычный, самый овсяный, хлопья, там, гидродакт, натрия, тра-та-та, эмульгатор, ну, как обычно, в принципе. Большим плюсом является, то есть за свои 40 рублей они еще плюс делают такой небольшой контейнер, который, ну, блин, реально удобно. Где-нибудь вот так в большой компании, или там даже просто, чтобы ваши печенья не валялись там по всему там столу, а просто лежали ровненько в таком контейнере, довольно, кстати, плотненько. Вот. То есть тут в один ряд они лежат, такие они плотненькие. А вот есть с овсяными хлопьями и медом, и с молоком. 32 грамма. Так, тарелочка. Ой, сломалась каким-то образом. Кстати, это очень удобно, что они лежат в отдельной упаковке. И, конечно же, упаковка написана, какая именно эта печенька. Допустим, вы захотите кого-нибудь угостить, эта печенька вы ему отдаете. Он попробовал, вкусно. И он уже знает, ага, это хлебный Спас, да, печенька была со злаками. Все, он запомнил, он пошел в магазин и купил. Это здорово, это вот реально, это классно. Так, тут у нас поломалась, конечно же, ну ладно. Для таких вкусных печенек это, в принципе, ничего страшного. Здесь видны злаки, и она, кстати, довольно симпатично выглядит, как в детстве. Помните, печеньки были квадратные, у них такая была рябь. Я все время в детстве смотрела и думала, что это. Я всегда думала, что это рисует прям так вот. Такие они прям классненькие. Так. О, они прям ломаются шикарно, прям мягкие. Так, давайте попробуем. Они очень хрустящие. Совсем чуть-чуть сладкие. По вкусу вот прям, знаете, вот злаки. Прям вот обалденно просто. Ну, когда жуешь, как бы не особо замечаешь. А вот когда уже прожевал, все проглотил, остается прекрасно послевкусие. Да, сейчас вот это вот появилось слово послевкусие. Оно здесь просто обалденное. Обалденное, прям вкусное очень. Такие печеньки, честно говоря, хочется съесть еще одну. Таких уже пачек я съела, честно говоря, уже несколько. Именно вот эти вот прям вот печенье со злаками мне прям очень нравятся. Остальные пока не пробовала. Если кто пробовал, напишите в комментариях свои отзывы. Будет интересно почитать. Они ломаются даже, смотрите, как классно. Давайте попробуем еще раз. Хрустящие, хорошо жуются. Такой, знаете, есть аромат злаков. Если, допустим, сейчас предыдущая у меня была печенька вот такая вот, а здесь написано мультизлаковая,
Честно говоря, не очень. Она дороже будет, гораздо дороже стоит этого. Раза в три, наверное, если это по 30 рублей. Не очень. А вот это вот прям обалденное. Их бы, вот честно, вот, знаете, иногда вот думаешь, а есть такие продукты, которые мне очень безумно нравятся. Я бы, честно говоря, купила несколько ящиков их. Но они просто нереально вкусные. Вот этот вот продукт как раз и есть такой. Я надеюсь, то, что вам он понравится. И на сегодня все. Ставьте лайки, я стараюсь для вас. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. У нас влоги выходят каждый день, обзоры на продукты через день. Также есть обзоры на технику, живопись, кулинария, влоги и куча всего интересного. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!